Ритуалы на две карты, на Таро, на Регул. Ритуал – момент восхождения звезды Регул плюс-минус двое суток. Ложим на ночь. Алтарь черный, Таро любое. Зажечь восковую свечу или поставить карнавальную полумаску. Ритуал без слов. Положили карты, говорим свое желание или просьбу. Все исполнится. Две карты, вторая лежит поверх всей колоды. Седьмой вариант – узнать истину во сне к гипносу. Десятка кубков плюс 18 аркан перевернутый. Это некро 13, самое сильное Таро. Гипноз – это бог снов греческий. Многие путают Гелиос. Гелиос – бог солнца. Это гипноз. От него и пошло слово гипноз, как вы догадываетесь. Он управляет прежде всего с нами бессознательным. Естественно, он с Луной, этим арканом тоже связан. Сны – все это Луна. И еще с Нептуном планеты. И говорите, какую вы хотите узнать истину, чтобы она вам приснилась. Просите его.